Oh, seriously, what is this place? This is heaven. Ну что, гонка начинается. У нас Перес первый, второй Алонсо, третий Феррари, не помню кто. А Ферстаппен, Хэмилтон, они там где-то на десятых позициях, в общем. Боже, какие вылеты. А, вот Сайнс за Феррари на третьем месте. Очень хороший старт Джорджа Рассела. Далее следим за Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном, но вроде бы они тоже спокойно стартовали и сейчас участвуют в борьбе. Ну и, кстати говоря, Макс пока остался на своем девятом месте на резине карт. Он не смог сходу проехать соперников, поэтому... Что-то то ли 170, то ли 270 тысяч зрителей. Ну, короче, 200 плюс-минус тысяч зрителей, представляете, на гоночном ивенте. Это, конечно, мощно. Но еще не знаем, что...